Хей, йога, если мы шумаки, мы продолжим проходить игру по названием Rage. Короче, что мы сейчас делаем с вами? Садимся в тачку. Выезжаем из города. Сразу. Куда мне по заданию? Это что такое? А, это понял, награда. Миссия. Награда Салли. Это курс на источник. Я дам тебе один совет. Самое главное, это здесь твоя репутация. Хорошо. Зачистить канализацию. Провести. Так. Поехали в канализацию. А про. Вот это. Где? Сейчас попробуем. Но здесь врагов, я надеюсь, не будет. Так, сначала мне нужно сюда залететь. Да. Надеюсь, они просто за мной не порезаются, так же в тех же местах, где и были. Или, скорее всего, так и оно и останется, как и было. Значит, мы сейчас... Да. Ага. А то что они появились? Как так? Я боюсь то, что меня потом окружат и убьют. Потом это херово может закончиться для меня. Тихо. Фу! Что-то я испугался, как-то... Прям около меня это кто-то зажурчало. Короче, есть которые с дубинками, а есть которые с ножами. Ты чё, херел? На, всё. Да, всё. Плюс 100 бачей. Ну это считать тоже дополнительные миссии просто, разбросанные по карте. Погнали, посмотрим, где труп. Если там, короче, вся херня, мы не будем выполнять задания на доске, которые. Будем просто с вами идти по сюжету, да и все. В разных местах пустоши скрытые экзотические растения. Ну, мы находили один из таких. Сейчас просто поедем, посмотрим. А, ну мы там с вами были. Блин, я не знаю. Убежище призраков. Это, кажется, где вот обычный дом, да, у нас был? Если они меня не похитят, если похитят, можно, в принципе... Найти этот... А, замок, помните, там был, который можно взломать?
Вот мне трос нужен. Мне нужно на тросе доехать туда будет. Ну, патроны есть. Не теряй бдительности. Эй, ты! Назад! Ясно! Отступаю! Ну и куда ты? Хоп! А, ты? Слышь, это что за херня? Это что за херня, типа, два выстрела ты принимаешь на себя? Слишком жирный. Я его вижу. Боже, какая акустика. Ну сдохни, сколько в тебе патронов стрелять надо. Мне кажется, ну блин, хотя тут навряд ли далеко нужно будет идти. Тут тоже, мне кажется, туда-сюда, и сейчас мы уже труп найдем. Он здесь! Ой-ой-ой. Меня положили! Что за херня? Ну боже, они жесткие. Зацикленная музыка. Там! Я тебе голову снесу. По два выстрела с дробаша им нужно, чтобы их грохнуть. Я серьезно, я скорее всего пойду только по сюжету. Заново те же локации идти. Как-то не очень. Тварь пугает еще. Блять. О, нашел. Все, меня в ловушку больше не возьмут. Походу нет. Ну, возвращаемся. Тут он надоел, сдохни. Ну музыка, да, типа, играет такая. Ах. Ладно, пойдем так. Мне бесит то, что они типа падают, потом они все равно встают. Вот он. Давай, давай. А не, смотри, он сдох с одного выстрела на этот раз. А я думал снова. Почти весь магазин примет на себя, прежде чем сдохнуть. Так, тут ничего нету. А, так вон! Так вон эта дверь, оказывается, здесь. А не наверху она была. Все, да?
Так, карточка. И картошка. Ну, картошку я буду до последнего момента у себя держать, если что. Вдруг она пригодится все-таки, да? На самом деле. Ну, она сколько? Одна штука стоит 26-25. Или то сразу я все продаю за 25, тогда это херня, нахер надо. Так, вызовите эвакуатор в пустошах и вон транспорт, так, заодно починит. Что там не чинит, когда я привожу его на туда, куда надо. Так, побежали. Просто бежим к машине. Не хочу драться. Ну, по идее, все вы... Ай-яй-яй-яй-яй. Запчасти падают с машины. Все выполнили, теперь можно возвращаться. Интересно, у меня прочность тратится, когда я типа падаю и все такое. Ясно, держу в курсе. Без жопа. Мне за это платят? Или это просто так я убиваю их? За каждого убитого было сказано. За каждую взорванную машину было сказано. Охерели? Ну, слышь? А как мне с помощью это? Я не могу заехать. А как мне? Я не могу заехать с машиной туда, блять, понимаете, в чем дело? Я не могу с машиной туда заехать. Потому что кнопка, видите ли, Е, это кнопка действия. Ну, чтобы именно выйти с машины. Кнопка Е, чтобы активировать для того, чтобы что-то. Так, мне нужно что сделать? Награда Сали сейчас сделаем. Сейчас сначала Салим. Эй, так держать. Каждая машина бандита — это деньги. Ага. Угу. Хорошо. Так, теперь. Награда Сали. Так, я ж уже выполнил. Ладно, сначала к мэру, потом, короче, к шерифу сходим. Рад, что ты здесь. Твои силы пригодятся. Нужно решить небольшую проблему на севере. Бандиты Валей. Раскапывают кратер на севере. Ходят слухи, что они получают чистый филтрит. А в их руках он очень опасен. Съезди и посмотри, что там такое творится. И что бы они ни делали, привези образец. Так, кратер. Бандиты на севере занимаются раскопками. По слухам, в кратере они нашли чистый филтрит. Так, принеси мне образец того, что добыли бандиты, и сделай это как можно быстрее. Так, путь будет долгим и опасным. Так что запастись всем необходимым. Принеси мне образец, и я щедро вознагражу тебя. Дорога длинная и идет через адские опасные места. Так что сначала, как следует, запасись боеприпасами. Угу, хорошо. Так.
Отмените все несрочные поездки до тех пор. Так, теперь шериф. Ты вернулся? Хорошо. Есть проблема, и я думаю, что тебе она по зубам. Но твой крошечный багги не для Севера. Боюсь, тебе придется найти что-то помощнее. Предлагай. Тебе реально нужно заполучить Куприна. Мне надо отвезти припасы на Север. Возвращайся с хорошей тачкой, ладно? Так, нужен Куприна. У меня есть у меня тут кое-что случилось, и мне кажется, что мне поможет именно ты. Ну, для этого тебе понадобится Куприна, а самый простой способ добыть это... Это выиграть. Жми в трассе и... Серьезно, и разыщи там Джеки Викса. Он организует гонку. Возвращайся, когда раздобудешь тачку помощнее, ладно? Самый легкий способ получить Куприна. Не хочу кататься. Тупые гонки, нахер вы мне вздались? О, привет, Стэнли. Доброго тебе дня. Меня зовут Стэнли, а это служба доставки Стэнли Экспресс. Мой девиз, если Стэнли не доставит, никто не доставит. Но мне нужны водители. Видишь ли, я потерял нескольких недавно. Работа очень простая. Берешь груз и едешь. Только ехать надо быстро. Людям дорога ложка к обеду, так? Так вот, доставишь груз вовремя, я хорошо заплачу. Опоздаешь? Извини, не получишь ничего. Это ведь экспресс Стэнли, а не товарняк Стэнли. Хочешь заработать? Так, Стэнли экспресс. Почта для поселенцев. Почта для бандитов. Северный экспресс. Красивая победа. Так, отправиться к месту? Ну, давай попробуем. Удачи! И помни, время – деньги. Хорошо. Давайте попробуем, посмотрим, как это будет вообще выглядеть. Там на север, походу, север – это самое опасное место. Чем логово бандитов. О, долгие загрузки. Меня бесят. Так, Стэнли Экспресс, пора доставлять. Так, отвезите посылки в место, указанное на вашей карте. Так, уложитесь в отведенное время, иначе Стэнли не заплатит. Главное, чтобы по мне в этот момент не стреляли. Ну, почти. Мне достаточно просто доехать до этого почтового ящика. Тогда окей. Успех. Не, я просто думал, типа, мне придется выходить и типа ящик всовывать самому. А если просто так на машине подъехал и сдал, считай, то нормально. Хочешь заработать? Не хочу. Все. Хотя... У меня есть новые посылки. Но ты же мне не заплатишь. И поехали, короче, выполнять сюжет. Отправить на северо-восток к кратеру. Это общий успех. Вместе мы сможем построить... Удачи, друг! Или меня ждет машина моя на улице. Я понял.
Я понял. Да-да-да-да, машина моя на уличке. Потому что там же пулемет, я надеюсь, типа, не зря. Потому что я заехать не смог в фараж. Вы даже понимаете, да? Чем мне такое чувство, что, блядь, машины моей там уже нету? Ух. Главное, чтобы меня не убили. Сейчас убьем этого робота. Так, нормально. Что, тут серьезно ничего нету? А, нет, есть. Хорошие места для посылок. Тут цветочек есть. Хана моей машине. Чувствую, будет скоро. Где там снайперка моя? Так, там что мигает? Там что хорошее мигает. Попытка номер два. Я хочу взорвать ее. Готово. А. Это что такое? Я понял, что такое. Вау. То есть это целый город. И там еще херовина. Сейчас бы от меня уезжать. Изи, награда получена. Как у меня деньги заканчиваются? Где заканчиваются деньги? Что вы здесь было стоять? А, люк вниз. Ну, короче, я вниз не буду лазить. Все равно меня туда по миссии могут отправить. Смысл, если меня могут туда поместить, а у меня патронов хватит на все это. Приглуши мотор. Так, а мою машинку уже спокоцали жестко. Ну, а хотя бы колесо...
двигается, и то, и то. Ладно. Мы можем просто все это дело проскочить с одной стороны. Что, проскачем? Можно, в принципе, проскочить, да и все. У меня потому что патронов уже не так много осталось. Нужно было все-таки послушать его и закупиться. Какие они, да? Какие ребята. Не, в принципе, да, можно машину просто взять здесь, покататься, поздавать, халявно считать деньги. Ты серьезно? Я думал, ты серьезно не можешь на эту херь запрыгнуть. Так, карты. Что у нас по времени? Да, еще есть немного времени. Откуда? Слышите? Атакуй его! Ну? Он здесь, внизу! Вы что, до хера умные? А что у вас по броне, ребят? Что-то у них броня хорошая. Вау. И где запуск? А что я делаю? Я не понял. А, лестница. Она сломата. Здесь рычаг не работает. Ладно. Садимся и валим. Все, возвращаемся, короче, к шерифу. Отдаем ему предмет. Ой, за мной погоня все-таки. Просто так меня не ставят. Подожми немного. Я готова. Я не хочу с ними дело, нахер надо. Я лучше свалю. Я их вижу уже мельницу. Ну или ветряк. По-другому, ладно, скажу. Не мельница, а ветряк.
Вот почему, как мне зачти в источник, блять, на машине? Ай, блядь, как бесит настройки. Клавиши. Управлением. Так, машина. Тормоз, поворот, поворот, обзор, быстрый рук, так, ускорение чека, окуньячки чека, выйти из машины. Давайте выйти из машины будет Т. Так, все же так, для чего? Походу не для чего. Так. Давай. О. Отлично. О. Ну так, заезжай. Ясно. То есть нихера подобного, ребята, не работает он так, как я думал. Клавиши управления. Тогда Е. Тогда Е, это будет Е. Как мне на машине тогда заехать внутрь? Он не хочет заезжать. А я тогда машину просто просираю здесь. Если я не могу ее завести. Ладно, идем, короче, к мэру. Сали сходим. И все. И заканчиваем серию. А, Сали нам даст в районе 80 баксов. А мэр даст нам что-то тоже. Эй, так держать. Каждая машина бандита — это деньги. Все, 6 бандитов. Мало платят, на самом деле. Я больше трачу на них. То есть мы тратим на бандитов, и эти просто деньги мы как раз и тратим на покупку. Ой, не туда пошел. А, молодец. Видно, я в тебе не ошибся. Я знал, что бандиты что-то замышляют. Ты это подтвердил. Я уверен, в любом случае, эта штука небезопасна. Нужно, чтобы ты отнес это кому-то, кто знает, что это и что, черт побери, нам с этим делать. К примеру. Тут есть старик Квасир, отшельник. Очень умный человек. Ну, бомж, о котором мы говорили. Иди к нему. Он посмотрит образец, проверит и поймет, что на уме у бандитов. Образец фильтритом. Я не знаю, что это, но похоже, это опасная штука. Так, на севере живет один отшельник. Так, старый Квасир. Отведи этот образец ему, посмотри, что он скажет. Квасир мужик умный, но не любит так незваных гостей. Так что я предупрежу его, что ты к нему заглянешь. Возвращайся, как только Квасир выяснит, что именно затеяли бандиты. Я сообщу Квасиру, что ты придешь. Как знать, что этот псих может сделать с незваным. Так, ну давайте, короче, к Квасиру мы сходим в следующей серии, да? Я сохранюсь прямо перед вами, а то мало ли сейчас серия вылетит. Повторяю заново то, что уже говорил. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.